Нолик, ты такой молодец! Только тебе нужно немножечко поучиться. Тебе просто нужно немножечко поучиться. Тебе нужно много тренироваться. Нолик, какой ты молодец! У тебя настоящий талант. Да нет у меня никаких талантов. Нолик, привет! Привет, Симка! А чего это ты с гитарой? Ты знаешь, я понял, что хочу стать супер-рок-поп-рэп-звездой. Я попробовал, и у меня так здорово получается. Смотри, я тебе сейчас сыграю. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Нолик, ты такой молодец. Только тебе нужно немножечко поучиться. Но я уже учился целых 5 минут. 5 минут? 5 минут это мало. Я знаю одного фиксика, который очень хорошо играет на гитаре. Может и тебя научить. Всего лишь 1 или 2, и ты уже будешь знать, как играть. Ого! Целый год? 1 год это так долго. Не, я не хочу 1 год. Я тогда лучше чем-нибудь другим займусь, Симка. А ты на, держи гитару. Делов-то. Герта, привет! Я тут решил, что я буду танцором. Хочешь посмотреть на мой танец? Конечно, хочу. Сейчас я как станцую, тут-то учиться не надо. Помните, как здорово мы танцевали с Дим Димычем? Винтик, винтик, вроде малость, но возьмите винтика. В мире все давно сломалось, без него, без винтика. Да, Нолик, это у тебя отлично получается. Это ты классно придумал. Но если ты хочешь заниматься серьезно танцами, то тебе нужно много тренироваться. Я могу с тобой позаниматься. Как здорово! Давай сейчас, у меня есть как раз 5 минут. Нет, 5 минут это мало. Начинаем завтра в 5 утра. И начинаем тогда тренировку. В 5 утра? Так рано? Но зато к обеду я уже буду танцором. Я ведь очень хочу поучаствовать в шоу «Фикси танцы». А конкурс начинается уже завтра. Нет, Нолик, мы будем с тобой тренироваться каждый день. И вот в будущем году ты сможешь принять участие в шоу. А пока еще рановато. Целый год, это очень много. И вставать надо рано. Ну, Верта, я еще подумаю, ладно? Пока. Привет. Привет. А что это у тебя такое? О, это я решил стать художником. И вот мой первый шедевр. Это Фаер, твой портрет. Ух ты, Нолик, как здорово. Только совсем на меня не похоже. Я знаю, тебе просто нужно немножечко поучиться. Опять поучиться? Ну или побольше попрактиковаться. Заниматься только рисованием с утра до вечера. Наверное, у меня совсем нет никаких талантов. Все только и говорят: учиться, учиться, учиться. Но это так долго. А я хочу уже сейчас что-то уметь делать. Совсем я бесполезный фиксик. Ой, лампа сломалась. Надо скорее ее починить. Нолик, это ты отремонтировал лампу? Ага. Как ты это сделал? Я все никак не могла понять, почему она не работает. Ну, я просто тут посмотрел, там подкрутил, контакты почистил. Ну вот она и заработала. Нолик, какой ты молодец! У тебя настоящий талант. Да нет у меня никаких талантов. Ну как это нет, Нолик? Ну вот я пробовал на гитаре играть, танцевать, картину вот нарисовал, но все не получается. Нолик, ну как же у тебя ничего не получается? Смотри, зато ты умеешь чинить
приборы. И это твой самый настоящий талант. Ой, а ведь и правда. На самом деле, мне больше всего на свете нравится чинить приборы. Я просто забыл про это. Ребята, напишите в комментариях, какие у вас есть таланты. И ставьте лайк. Ты-дыщ! Ты-дыщ! Понравилось? Расскажи об этом видео своим друзьям. Нажми поделиться. А те, кто ставят лайки и пишут добрые комментарии, поднимают настроение не только себе, но и другим. Кстати, ты уже подписан на наш канал? Подписчики сразу узнают обо всех новых мультфильмах. Присоединяйся к ним скорее!